Здорово, Робинзоны, Ракслер снова с вами. Мы продолжаем бороздить океан на нашем уже не совсем маленьком плоту. В прошлый раз, получается, в конце прошлой серии мы доплыли до вот такого острова большого. Я не успел его исследовать, потому что у нас кончилось время. Но в сегодняшней серии я этим и займусь. Так, у меня что, с едой проблема? А почему у меня с едой проблема? А потому что у меня типа нету... У меня картошка, да? Ну давай сырую съедим, чтобы уж он не расстраивался. Немножечко, короче, съедим сырой картошечки. А, я думаю, надо... Я тут могу срубить какое-то простенькое дерево, чтобы меня при этом не захавали. Так, что за... А. Короче, почему-то не хочет он вот этим топором рубить вот эти деревья. Что стра... О! Опа! Какое-то убежище. Это что такое? Поднять ящик. Доска, доска, рецепт и ужин из акулы. Хе-хе-хе. Такое мне нравится, такое мне нравится. Все, что связано с акулой, все, что связано с ее кончиной, это меня очень устраивает. Так, окей, тут у нас какие-то волнения. Давайте мы запрыгнем обратно. Смотрим, что у меня есть. Вот у меня как раз есть ананас. Да, давайте, я могу просто сейчас наесться ананасом. Немножечко вот так вот восполню. Здесь ложим, жарим картошечку. Короче, вы мне там подсказывали, что сок лианы это на самом деле какие-то вообще водоросли, получается, да, что собираются с каких-то водорослей под водой. И я хочу сейчас... Ай! Вот ты сука, вот сука тупая, сюда иди. Давайте попробуем это собрать. Единственное, знать бы еще, как это все выглядит. Как это все выглядит, непонятно. Ну давай. Раз. Сучка. Сучка тупая. Так, ну здесь единственное, что я вижу только металлолом. Вижу только металлолом. Ай, блядь, вот манда, а. Же надо быть такой мандавошкой. Так, у меня есть... Вот, картошечка, кстати, приготовилась. Давайте сюда еще одну положим. Отлично. А эту захаваем. Блин. Давай. Так, эту кушаем. Я приготовил картошку, хотя надо было ее посадить. Блин. Слушайте, отстой. Отстой. А я сюда не могу посадить семечко, видимо, потому что для этого нужны какие-то другие совершенно грядки. А наживка для акулы... А, это вот чтобы отвлечь, да? Мне нужна удочка, мне нужен хлам. А у меня здесь есть что-нибудь? Вот, кстати, у меня есть хлам, а так-то много. Поэтому я сейчас металлическую удочку изготавливаю. Отлично. Давайте что-нибудь попробуем поймать. Надо отвлечь акулу, чтобы она мне не мешала искать эти соки и лианы всякие. Давай. Рыбка. Быстрее. Рыбка. Здесь на мелководье ничего не водится. О! Водится. Отлично. А, наживка. Мне нужен сырой морской лещ и сырая селедка. Ну, охренеть. Давайте хотя бы половим, там, грубо говоря, рыба хотя бы будет у нас в качестве пищи какая-то. Какая-никакая. На прозапас, так сказать, сейчас наготовим. Сырая зубатка. Зубатка, то есть, так, картошечка есть. Теперь, получается, ложим сюда рыбку. Ложим рыбку. Это сюда не подходит. Ты охренел? А сырая вот это подходит? Вот это подходит, замечательно. Ну, давайте еще одну рыбу поймаем и потом уже попробую... Короче, у меня как раз второе вроде более-менее подвосстановилось. Сейчас попробую понасобирать. Мне, блин, что, типа копье, да, надо? Опять сырая зубатка поймалась. Мне нужно копье. Вот мне бы лук сделать. Мне для этого нужен-то сок ляна, на самом деле. Металлическое копье. Мне нужно 6 досок. А для этого у меня нету ни хрена. Ну, то есть в плане... Хотя я там видел маленькую пальму... Нет, пошли в жопу. Слушайте, все хотят меня атаковать. Это что за ерунда вообще? Надо меня трогать. Так. Да. Блин, вот из бамбука бы, знаете, можно было бы что-нибудь сделать прикольно, но почему-то нельзя ничего с ним делать. Так, он убежал? Блин, он фига далеко меня видит вообще на самом деле. Реально далеко. Хорошо, ладно. Так, рыба не успела приготовиться. А если я
Если я доплыву, то меня типа здесь акула, да, захочет хавать. Я тогда по берегу вот так просто бегу. Попробую, короче, оббежать здесь по краешку. Ну, если что, акуле долбану. О, здесь даже видали, есть дощечка. А, это, наверное, вот это, да, скорее всего, вот это похоже на что-то такое, типа, не знаю. Блин, ни на что не похоже. Так, акулы пока нету. Почему? Я не могу разве это срубить? Что такое? Я не понимаю, то есть вот это вроде похоже на водоросли, вот это водоросли, но здесь нету ничего, чтобы собрать. Что тогда лианы называются? Вообще непонятно, если честно. Так, здесь у нас что водится? Это у нас глина, да, это я наделал кирпичей, кстати. Это будет хорошо, хорошо. Так, делаем это. Тут куча металлолома всяких разных. Это у нас, по-моему, камни. Да, это камень. Железяка. Что такое лиана? Что такое лиана? Как она выглядит вообще? Как это все собирать? Откуда это все брать? Ну, хотя бы доски. Доски я тут не собираю. Уже отлично. Уже отлично. Так, я, кажется, там бутылку проворонил. Пластиковую нет. А, нет, я ее, наверное, все-таки собрал. Так, ладно, давайте тогда попробую остров обойти с этой стороны. Тут еще что-то вот какой-то пластик затесался. Надо его поднасобирать, ничего лишнего не бывает. А, я смогу сейчас, скажи, сделать железное копье, да? Так, я смогу сделать? У меня картошечка есть, мне надо бы ее захавать, потому что быстро все потребности исчезают. А, да, да, отлично, я делаю железное копье. Все, теперь я смогу, не знаю, получится ли одолеть кабана. Ну, по крайней мере, я ему смогу сделать достаточно побольно, и ему смогу сделать. Так, это у нас какие-то... Это что такое? О, нормально, слушай, а вот и рыба, прикиньте. Первый раз вижу, чтобы рыба плавала, ну, вот, типа, в таком виде. Ой, блядь, а, я понял почему, это потому что... ага, ой, сучка своими пердежами меня отравила, тварь. Блин, то есть вот хищники типа водятся, это, конечно, прикольно, да, блин. А обычные рыбешки не хотят водиться, ну понятно, понятно, ладно. Так, что, как, что, блядь, где лиана брать? Гуглить, что ли, придется, или это бамбук, да, это бамбук. И тростник. Непонятно. Скорее всего, это тростник. Потому что он прям именно так на берегу растет. Бамбук все-таки растет где-то типа как возле лесов каких-то. Пошел нахер. Давай. Давай. Давай, давай. Давай. Ах ты пес! Ах ты пес! На, сука! На! О, видал, я тебя за это заэксплойтил, пидораса! На тебе, пизда! Заэксплойтили, пиздюка. Заебись. Вот так вот нужно пользоваться игровыми возможностями. Скат делюкс. Из ската камень. Нет, давайте вот топор выкину. В принципе, сырое мясо. В принципе, нормально. В принципе, хорошо. Так, кабан там был еще один, но он был далеко, поэтому мне, в принципе, пока, наверное, можно сильно не переживать. Это у нас что такое? Пальмовая семечка, мне это не интересно. Рецепт из акулы можно приготовить в котелке. Так, окей, это понятно. Я там, кажись, не успел доисследовать. О, арбуз, у меня не есть куда ложить? Мне некуда ложить арбуз, у меня есть стекло. За ананасовая семечка мне не надо. Зато мне очень нужен арбуз. Ебать, я ничего не вижу вообще. Офигеть, темно. Темно. Так, а где вообще я? Блин, фигово так на солнечной стороне жить, потому что... Это что такое? Что это такое? Это какой-то лама, что ли? Кажись, это реально лама. Ну-ка, стой. Стой. Лама, стой. Блин. Офигеть, темно. Так, ладно. Сейчас надо дождаться, когда луна поднимется. Тогда будет БМ посветлее.
Короче, пойду пока намою плот, разложу всякие вещи. И надо воды наделать, у меня вода кончается. Положить доска. Так, доски здесь ложим. Где у меня вот этот? Сюда ложим. У меня есть вот водичка, наполнить водичку. Так, слышь ты, сучка тупая, у меня телескопьё на... Я убил акулу. Это просто кайф. Так, мне нужно ящик. Давайте пока это выложим, это выложим. Я смогу сейчас насобирать акулу. У меня как раз есть для нее несколько вкусных рецептов для акулы. Голова акулы, это я могу, получается, ее там присобачить на... Вот сюда. Доска для трофеев. Отлично, отлично. Давайте ее пока сюда выложим. Потом пальмовый лист пока тоже здесь пусть лежит. Ага, хорошо. Глина. Давайте я сразу, наверное, сделаю мокрых кирпичей. Так, мокрый кирпич берем, ложим его сюда. Отлично. Потом доска одна у меня. Серьезно, я же там срубил целую пальму. Ладно, без проблем. По поводу еды, давайте тратим арбуз. Он, в принципе, очень хорошо влагу восстанавливает. Замечательно, замечательно. Так, я восстановил. Теперь надо набрать воду здесь. Набираем в опреснитель. Его ложим здесь, все опресняется замечательно. У меня еще голова кабана есть тоже. Охренеть, просто классно. Рецепты тоже сюда. У меня есть сырое акулье мясо, а оно готовится на вот здесь. А, да, готовится. Я же в прошлый раз еще, помню, делал. Супер, у меня теперь есть БМ еды. Это, кстати, вообще просто круто. А где готовится? Нужен большой костер, чтобы такое приготовить. А, ну ладно, надеюсь, он не портится. Пусть тогда здесь лежит. Так, болт, хлам. Хлам пока сюда положу, пусть здесь лежит. Хорошо, сок лиана у меня есть одна штучка. Так, что я еще хочу сделать? У меня, кстати, есть вот медь, медный слиток. Мне нужно теперь исследовать медный слиток. Я уже его изучил? Серьезно? А, да, это мне же, чтобы микросхемы делать. Вот, да, медный слиток, сок лианы. И это. Так, положить доска. Короче, надо дождаться утра, потому что я сейчас темно, я ничего не вижу на этом острове. Мне нужно будет нарубить там дерево. С едой, что, давайте рыбу съедим, восполним еду. О, вообще хорошо восполняет, фига, рыба-то нормально прям восполняет. Так, а если смотрите, я сделал копье, оно же не надо, да, оно так не работает. Топор тоже так не работает, потом это тоже. Короче, нужны какие-то промежуточные вот эти всякие ресурсы. Ну, это я все сделал. Удочка тоже не нужна. Это тоже не подходит. А если готовое, готовое. Так, сок я изучал. Вот кожа, кстати. Вот, да, кожа. Кожа, стекло, отлично. Шарнир я изучил. Болт я, кажется, тоже изучил. Глина. Да, все это у меня, в принципе, есть. А что мне надо выложить? Зачем? Давай сюда. Окей, что у меня тут есть? Я могу что-то научиться, чему-то научиться? Нет, не могу. О, вот. Это что? Улучшенный опреснитель. Доска, пластик и стекло. Супер, вообще супер. Стекло делается из... Ну, наверное, это песок просто будет здесь расплавить, скорее всего, да, чисто по логике. Так, что-то уже, кажется, светлеет. Я думаю, в принципе, можно выдвигаться, нарубить еще дерево. Кабан там тот далеко, надеюсь, он до сюда ко мне не дойдет. Здесь какая-то... Что здесь у нас такое? Так, здесь у нас металлолом, хлам, железяки всякие. Тут что-то еще есть. Камень. А, это глина, да? Опять хлам. Окей, окей, окей. Блин, сок лианы, сок лианы. Как он выглядит? Как выглядит сок лианы? Вот, кажется, да, вот эта пальма, я хотел ее начать рубить. Да, отлично, отлично, отлично. Манго, манго, это супер. Манго это супер. Кость, манго, семечко мне пока не надо. Давайте съедим манго. Блин, он так мало восстанавливает вообще. А, я думаю, что нужно сделать веревку, потому что у меня очень много этих листьев.
Так, здесь что у нас еще получается было? Тут я могу что-то разобрать? Вот это, кстати, не разбирается на запчасти почему-то, вот эти укрытия бывших выживших. Так, я ничего тут не могу разглядеть в этой темноте. Главное разглядеть вовремя кабана. Главное разглядеть кабана вовремя. А вот там еще вижу дерево, там должно быть что-то еще интересное. Еще птица, кстати. Вот птица, ее, наверное, надо будет мочить луком, скорее всего. Так, давайте, вот я пока на камешке, пока светлеет, я сейчас открою, короче, на телефоне, так, Google. Google, пишу рафт. Так, рафт, рафт. Рафт сокля, соклианы. Так, соклианы, ага, рафт Вики, окей. Нахождение. Для изготовления соклиана необходимо поместить водоросли в плавильню. А, окей. А какие водоросли? Где их взять-то? Так, в ящиках, это понятно. А как водоросли выглядят, которые нужно собирать? Подождите, я не понял. Он пишет водоросли, но он их не отмечает. Так, ну-ка, а если рафт водоросли, допустим? Рафт? Рафт водоросли. Вот, но это же вот эти, получается. Он мне сейчас картинку показывает. Вот эти, которые длинные такие, которые похожи на тростник. Который я говорил, что это они, да. Ресурс, который можно найти рядом. Для добычи не требуется никакой инструмент. Достаточно подплыть и нажать клавишу Е. Чего? Серьезно? А почему он мне ее не показывал, клавишу Е? Или типа у меня должны быть пустые руки для этого, да? Ну давайте, смотрите, пустые руки. Я, короче, сейчас бегу. Бегу. Оп-оп. Слушайте, я вот эту хочу штучку поймать. Это что такое? Так это полосатая... Типа... Да, это типа альпаки или ламы. Стой. Собачка, сучка. Стой. Подруга, стой. Куда? Блин, для нее, видимо, нужен лук. Так, ладно. Водоросли. Где я их видел? Это типа кто-то построил здесь это и потом остров затопило. Нормально, глобальное потепление в действии, да, как называется, как говорится. Так, акулы я не вижу, но если что, у меня есть крутое копье, я ей смогу дать пизды. Хорошо, это что такое? Это, наверное, металлолом. Ой-ой-ой. Всплываем. Так, подышали, все. Где я их видел? В какой они были стороне-то? Раз. О, слушайте, такими прыжками это удобнее и быстрее передвигаются. Раз. Вот они растут. Давайте берем голую руку. Проверяем. Акулы вроде пока новые нету. Вот, водоросли. Вот. Они висят вот такие, типа, подсвеченные немножко, да? Короче, как и все остальные ресурсы. Вон, ну в чем дело. Все, окей, я понял. Но я же, получается, с копьем тоже, да, смогу такое собрать. Ой-ой-ой, так, дышим. Все, супер. Ну-ка. Я, блин, не вижу. Давай, где? Вот они. Вот, все, раз. Ой, слушайте, у меня их вообще теперь много будет, соков, лианы эти. Мне теперь нужно, по сути, только насобирать, короче, дерево, чтобы все это добро... расплавить. Лом, отлично. Глина, песок, отлично. Так, что у нас тут есть еще интересного? Это что такое? О, серебряные водоросли. Офигеть, а зачем они нужны? Блять, ах ты тварь, ожила. Слушайте, подругу привела, мразь. Ну давай. Плыви, давай. Давай, я тебя жду, давай. Ты где? Ой, я думал, это птица под водой. На! Сучка драная. Вот сучка. Так, надо отплывать. Давай. Хер ты мне что сделаешь? Ой, слушайте, успела куснуть под жопу мне. Давайте вот здесь. Так, у меня медный слиток есть. Доска есть. Теперь... Съесть? Это типа еда? Довольно горькие. О, восполняет еду. И все. Ну, нормально. Это типа, знаете, как эти называются?
Короче, морские вот эти водоросли, которые, ну, короче, в магазине продаются, забыл, как они там правильно называются. Короче, которые богаты там витаминами всякими, йодом там, омега и все остальное. Вот их полезно кушать. Периодически нужно ими питаться. Так, сухой кирпич я взял. Давайте кирпич, медный слиток. Так, кирпич откладываем сюда. Хлам, здесь уже его и так много. Кожа, кожа, кожа. Сок лианы. Не хватает мне до сок. О, знаете, что надо водоросли? Вот, одну изучаем. Ласты. Шикарно. Могу сделать ласты, серьезно? Да, сок лианы 5 штук надо. Окей, хорошо. Так, пока светло, надо бы мне добыть очень много дерева. Здесь нету таких прям нужных деревьев, потому что эти большие не рубятся ни хрена. О, 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 бежит. Бежит, бежит. На, сейчас мы тебя тоже заэксплойтим. Давай, давай. На. На. Ах ты тварь, ах ты тварь. Где? Сюда иди. Сюда иди. На, под жопу тебе. На. 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 Блять. Ай-яй-яй, ай-яй-яй, умираю. Ай-яй-яй. Блин, аккуратней, аккуратней. Давай, 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 давай. Давай, давай. Опа. На. Ай. Ай. Иди сюда. На. Стой, собака. На. О! О! Шикарно. Я двоих кабанов задолбил на этом острове. Вообще кайф. Просто идеально. Просто идеально. Так, у меня тут рыба что, приготовилась? Да, давайте, знаете что? Миска положим. А я не понял. А когда прошлое мясо-то делось? Оно испортилось, что ли? С прошлого-то кабана. Я что-то вообще нифига не понял. У меня же там тоже, я его собрал. Я причем даже для этого выкидывал целый... целый топор выкидывал, чтобы у меня мясо было. Я на один фиг не собрался. Что за дела вообще? Так, голову давайте. Мне пока она как бы особо-то не нужна, эта голова. Так, берем, короче, копье на всякий случай. Если вот эта сучка меня будет атаковать, я смогу ее хотя бы дать немножко отпор. У меня самое главное досок. Мне нужно очень много досок насобирать. Вот еще пальма. Так, с нее тоже должен вывалиться. С нее что-нибудь полезное вывалится, типа какие-нибудь фрукты там. Или что-нибудь подобное. Так, пока вроде бы больше нету никого такого страшного. Можно немножечко, немножечко здесь походить. Но она, наверное, вон там будет, да, меня атаковать? Если... А нет, смотрите, она летит. Нет, не летит. Блин, надеюсь, она меня не увидит. Потому что она своими этими камнями меня точно забодает. Вон. О, она взяла камень. Блять, она взяла камень. Сучка. No. Сука попала. Вот ей реально нужен, короче, лук. Для того, чтобы ее побороть. Потому что она не приземляется. Ну, в смысле, типа... Короче, низко не летает. О, летит опять. Тварь. Вот собака, а, блядь. Так, вот, сок лиан. Отлично. Сюда надо досок наложить. Делаем еще. У меня вот есть еще один. Теперь я могу сделать лук, блядь. Теперь я сделаю лук, сучка. Я сделаю лук. Отлично. И мне нужен стрелы. Для этого мне нужны камни. Камни у меня вот здесь. Камни у меня до хрена. Ага, готово, готово, готово. Мне нужна доска. Так, о. Давайте пробовать, да? Давайте пробовать. Так, я тут... Еду приготовил, надо сейчас похавать, чтобы здоровье восстановилось. Ага, супер. Там у меня мяско жарится, водичка здесь у меня готовится. Давайте, давайте. Попили, все, на дорожку попили. Теперь пробуем. Как интересно мне ее правильно атаковать. Слушайте, стрелы дорогие, блин. Наверное, на подлете надо будет как-то это ее атаковать. Сейчас вот она взяла камень. Нет, она еще не взяла камень. Так, пока не взяла камень, это нельзя рубить. Вот она, вот она, вот она. Блин, я не... Ай!
Кабан? А, это она так орёт, да? Хера себе, что? Еще один кабан, что ли? Давай, давай, давай. Так. Попал? Не могу понять. Блять, я уже все стрелы потратил. Блин, слушайте, лук так хреново работает на самом деле. Хотя бы на камне бы разбивалось, которые, знаете, подбирать можно. Так, ну ладно, главное просто от нее скрываться грамотно. Грамотно скрываться. Где она? Летит. Блин, я не понимаю, я попадаю, либо нет. Никаких этих с нее, ни брызги, ни крови, ничего не летят. У меня 5 стрел осталось. О, хер. О, еще одна лама. Блять. Летит, летит, летит. Давай, давай, давай. Так, там она собирает свою эту. О, в эту я попал, в эту я попал. Так, давай, 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 давай. Да блин, нет, слушайте, чуть-чуть совсем не хватает. Чуть-чуть не хватило буквально. Так, нет, ягоды я попробую изучить. А, здесь что-то есть интересное? Ничего нет интересного. Да, забраться, блин, я не знаю, получится либо нет. Но надо это, надо, слушайте, надо аккуратнее посматривать наверх. Короче, в каждой игре своя система стрельбы, и, блин, пока привыкнешь стрелять, уже, блин, миллион лет. Во-во-во-во-во. На, на, сука, чё, охренела, блядь? Охренела? Патронов нет, блядь, опять попала в меня, мразь. Слушайте, а неплохая тема была, да, вот так вот подбежать и просто ее это... Забороть. Блин, ну это, конечно, мне кажется, шанс такой на миллион. Блин, надо, пока она там не дуплилась, надо собирать эти, блин, дрова. Так, веревки, веревки. Надо сделать веревки, чтобы в инвентаре лишнее не валялось. Так, летит? Не понимаю. Надо, короче, спрятаться куда-то будет. Под какой-нибудь вот этот, под уступ каменный. Вот, вот лианы, кстати, да, вот. О, 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 смотрите. Лопата? Серьезно? Надеюсь, здесь какой-нибудь, блядь, не живет? Не знаю, медведь или пантера, которая меня может захавать. Слушайте, я и так уже натерпелся. Достаточно, мне кажется. Здесь какой-то подземный лаз. Что, интересно, что лопатой там надо было добыть? Это типа тоже глина там какая-то. Но судя по виду, было похоже либо на песок, либо на глину. Ну это, короче, просто типа лаз, да, какой-то. Это у нас что такое? Что-то знакомое. Это медь. Ага, отлично. Так, парочка меди. У меня пока сильно не очень много ресурсов. Всплываем. Всплываем, всплываем, всплываем. Ждем. Оп, все. Так, это, кажись, это, по-моему, металл. Да, это, наверное, железо. Да, это железо. Ага, у меня как раз все, полный инвентарь. Готово. Готово. Так, собрали. Теперь надо... Надо еще найти какое-то дерево и еще, короче, немножко. У меня 11 всего лишь досок. Мне, по сути, эти доски пригодятся только для того, чтобы там, ну, для розжига, в общем, только они мне пойдут. Странно, что здесь нужна лопата для вот этого откапывания, а не этот же... Не крюк, как под водой. Так, пицца. Ой, пицца. Птица где? Пицца-птица эта вонючая. Так, я вижу пальму. Вот эти жалко, что рубить нельзя. Но она вроде там что-то сама по себе уже тусуется. Поэтому... Слушайте, столько манго выпало, охренеть. Так, семечко мне не надо. Давай, мне манго надо. Манго, манго, манго. Манго сюда. Интересно, манго я могу изучить тоже? Или не могу? Еще одно манго. Ну, пока я его изучать не буду. О, арбузы, кайф вообще. Арбузы, это хорошо. Так, доска, доска. Пальму. Вот, мне, вот их надо освобождать. Слушайте, так темнеет жестко вообще. Отлично. Ягода как раз еще одна. Еще едим. Арбузик вообще. Не, арбуз кайф. Блин, слушайте, давно так арбуз не ел. В прошлом году что-то почему-то я этот как-то момент упустил. В этом году сейчас ближе к лету. К концу лета обычно там хорошие арбузы появляются. Ай, нифига не вижу вообще.
Так, ну кажись, я тут более-менее все деревья нарубил. Ламу трогать не буду, пусть живет. Охренеть, тьма вообще. Слушайте, а где я? Где мой плод? Я не вижу. А, вот. Благо по маленькому огоньку я могу хотя бы видеть примерно, где мой плод. Все. Надо обратно допрыгивать. Оп, все, отлично, допрыгнул. Жарим, естественно, надо готовить много еды. Потом, я могу вырастить ягоды? Съесть, убрать? Нет, не могу. Давайте попробуем что-нибудь изучить. Допустим, ягоды. Ягоды изучить не могу, значит, я могу их смело съесть. Ты чё, ждала, сука, пока я приду, что ли? Видали? Видали, сучка какая? Еще и пластик нужен. Ну, это нормально вообще? Это вообще нормально? Как это называется? Так, что мне тут изготавливаем? Сок лианы берем, доски сюда ложим. Начинаем готовить их. Так, веревка. Один штук. Ладно, пока отложим. Чё по этим, по стрелам? Пластик. А, я весь пластик потратил на стрелы. Окей, понятно, хорошо. Ладно, короче, давайте якорь поднимаем. Якорь поднимаем и отплываем отсюда. В принципе, здесь уже достаточно. Достаточно, мы натусовали. Все, плывем куда-нибудь в другое место. Прощай, остров, спасибо за ресурсы. С тобой было весело. Но я отправляюсь дальше в свое путешествие. Опа, еда. Так, понятно, давайте. Ягоду съели. Чё тебе не нравится? Во, давай, ешь мясо. Все нормально. Так, мне еще есть мясо. Еще мясо, давайте еще мясо положим. Все супер. Здесь вода. Вода всегда должна быть в достатке. У нас нужно всегда водичку держать на готове. Че, отплывает? Нет, давай, отплывай, отплывай. Поплыли, поплыли. Куда-нибудь вот туда плыви. Что у меня есть? Сок лианы. Там, короче, нужен... Мне, наверное, микросхема, да, нужна? Вот. У меня даже сок лианы уже есть. Мне, по сути, нужно только сейчас банальные ресурсы, типа пластика там нарыть и всякое такое. Вот как раз меня должно отнести сейчас к мусорному пятну. Там-то я, наверное, насобираю. Так, пока вода пусть будет. Здесь... Все делается. Небольшой ящик, всякие семена. Железо давайте пока сюда отложим. Кактус пусть будет. Ой, точнее кокос. Так, это глина, песок. Можно сделать кирпичей. Да, отлично, кирпичей. Ну, про кирпич. Раз-раз. Положили, все, пусть сохнет. Оп, доска. Пластик дайте, есть? Есть пластик? Я чуть не вижу. Все, ладно, плывет дальше. Так, доски ложим, 15 досок, в принципе, БМ должно хватить, по крайней мере, для того, чтобы расплавить все соки лианы, которые мне нужны сделать. Так, здесь у меня, в принципе, все защищено, здесь у меня вот это только, да, не защищено. Это, по идее, бы надо сюда переставить, ну, да ладно, мне, в принципе, нравится такой размер моего плота. Можно просто... Так, если убрать, оно же вообще, по-моему, да, полностью исчезнет. Мне нужно просто ресурсы заново. Так, как эта штука-то делается? Птичье гнездо. Это понятно. Плавильня. Сухой кирпич, хлам, гвоздь. Ну, немного странно, что оно не разваливается на ресурсы. О, котелок. Пластик, железный слиток, сок ли... А, блин, сок ли она теперь вообще везде нужен? Пластик, стекло. Надо, короче... А я песок-то весь потратил? Блин, я, кажется, весь песок потратил. Ну ладно, мне нужно стекла наделать, чтобы сделать прикольный опреснитель новенький. Так, это все делается. Сок лианы, отлично. Ложим сюда. Доска добавляем, мясо берем. Что-то еще я могу приготовить? Да, у меня еще есть акулья, куча мяса. Акулья вот изготовится. Мне, короче, что надо? Мне нужно ведро. С него можно набрать молоко. А молоко... Молоко? Это у кого оно набирается? Это, наверное, либо вот этих лам набирается, либо, может быть, какие-то дикие коровы потом мне попадутся. Слушайте, я не знаю. Гриль, вот, кстати. Вот, наверное, большой гриль, да, нужен. Для него нужен слиток железа. А, давайте вот еще один возьмем, сделаем слиток железа. И 6 гвоздей. Ну, гвоздей-то у меня вообще до хрена, до хрена.
Давайте кокос сюда отложим, пусть пока временно тут чилит, отдыхает. Железный слиток, еще один штук, я, конечно, могу сделать без проблем. И у меня будет большой гриль, я смогу вот эту супер рыбешку приготовить. Там, наверное, можно будет несколько этих готовить. А, наверное, сразу блюд, да? Так, все отлично, здесь все делается. 5 у меня уже соков лианы. Я, наверное, сделаю ласт. 3, мне нужно еще 6 водорослей в пластик. Блин, пластик, где взять пластик? Слушайте, я не вижу ничего. Я вроде бы типа отплываю куда-то. Меня непонятно куда несет. Так, мне, короче, надо поменять вот туда, наверное, направление поменяю. Потому что я помню, что я открыт оттуда приплыл вот сюда. Так, окей. Короче, сейчас нужно просто основные виды ресурсов. Сделать не ресурсов, вот эти то, что я не доделал, сделать. Так, топоры, удочки, ножницы, лопаты, и можно собрать грязь. Грязь? Типа глина, наверное. Или прям грязь-грязь. Ловить жуков, тут еще жуки есть, ножницы. А вот, наверное, с лам, с этих вот режется шерсть, да? Не знаю. Так, потом большая позволяет выращивать деревья? Серьезно? Позволяет выращивать большие растения. Ну давайте попробуем. Пусть будет, ну вот тут, оно же не препятствует хождению? Не препятствует. Это значит, что, подождите, если я ананас, а я же, наверное, могу здесь вырастить ананас, да, скорее всего, большие растения? Да, да, кайф. Так, наполняем, налить жидкость. Все, шикарно, вообще просто офигенно. Офигенно. О, 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 что-то там плывет, что-то плывет интересное. Отлично. Отлично, у меня будут ананасы расти, а потом я могу вырастить еще, наверное, потом плод расширю и сделаю себе этот. Как он называется? Короче, для дерева поставлю штуку. Буду себе доски таким образом выращивать. Так, отлично. Это у меня этого до хрена. О, там еще один остров. Отлично, вообще недалеко. Давай, бочка, бочка, ловись. Бочка, ты чё, блин, охренела? Ловись давай. О, шикарно, нормально вообще. Ой, пластик, пластик, очень надо пластик. Так, 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 так. Блин, проворонил, прикиньте. Давай, 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 давай. Оп. О, поймал, вообще четко прям попал. А! В смысле? А, типа у меня... Ладно, давайте камень выложим. Куда? Куда делся пластик-то? Я ж тебя поймал, блин, ты отплываешь, собака. Надо отплывать. О. Так, сухой... Блин, что-то у меня всего навалом. В смысле? Не-не-не-не-не. Почему вываливается-то? Блять, я что, зря кирпич сделал? Ты что, тварь? Не надо? Не надо? Слушайте, надо что-то выложить лишнее. Что выложить? Давайте мясо захаваю. Блин, я просрал кирпич. Нормально вообще? Нормально это работает, блин? Что за херня? Веревка, давайте веревку делаем. Кожа. Я могу сделать какие-то типа... Что-то наподобие одежды? Да, я же, наверное, могу делать одежды. Кожу я изучал? Я изучал кожу. И что? Вот, кожаные наколенники. Шерсть нужна. Ага, то есть шерсти у меня еще нету ни хрена, да? Но это мне, наверное, надо кого-то это, так сказать, найти. Так, нужна пресная вода. Пресную воду мы сейчас сделаем. Выливаем. Окей. Или подождите, или я неправильно сделал. Потому что они не намокают. Надо было на Е, да, скорее всего. На правую кнопку он просто ее вылил. Ну что, идеально, о чем я могу сказать? Стой, пластик, стой. Пластик, стой. Еще пластик, стой. Стой, отлично. Так, здесь у меня чё? Давайте здесь железо будем плавить. Так, пластик, пластик, пластик. Сюда, ко мне. Новый остров, отлично. О, бочка поймалась, кайф. Пресная вода, доски. Доски ложим, пусть готовится. Здесь тоже пусть ложим, пусть готовится. Давайте. Вон я вижу прям как, короче, водоросли, они вон прям из воды торчат. О, 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 нормально, нормально. Да блин, в
Сука, каждый раз так. Чуть-чуть, вот прям совсем рядышком. Давай. Блин, ну прям вообще чуть-чуть не хватило. О, нормально, нормально. Ящик. Дали? Ящик еще нормально. Блин, а что у меня все переполнено? Какого хрена? Давай вот это сюда, медь тоже сюда. Ящик, стой. О, вообще хорошо, хорошо. Так, якорь где? Ну, наверное, поближе к острову брошу якорь. Давайте вот так вот. Все, в принципе, здесь можно, наверное, уже его бросить. Так, воду наливаю. Вот, да, вот, полить лужайку вот так вот. Я два раза косичнул. Два раза просто вылил в никуда воду эту. Семечки ананаса. Семечки ананаса. Мне нужно еще одну, короче, бочку сделать. Мне не хватает. Мне не хватает. Так. Отлично, ставим... Ну, пусть будет. Пусть будет вот здесь. Выкладываем вот это. Выкладываем вот это. Редиск. О, редиска кайф. Так, железо. Для чего мне нужно было железо? Чтобы сделать... Чтобы что сделать? Что-то же я хотел... А, гриль. Я хотел большой гриль. Да-да-да-да. Мне нужно 6 веток. Глину я пока тоже выложу. Камень я пока выложу. Железное. Так, мне здесь уже, наверное, сделалось. Да, я как раз... Подожди, нет, давай железо забери и сделай слиток. Сделай слиток, вот так вот. Ага, все, отлично. Арбуз кушаем, чтобы восполнить немножко воды. Так, акула. Акула дрянная тварь. И здесь только одно дерево, я вижу. Ну ничего, сейчас мы его срубим. И у меня будут нужны доски. Оп, стой, стой. Отлично, отлично. Да, шикарно, шикарно. Кокос даже еще есть. Вообще кайф. Ну, вон там, вот здесь, короче, куча мусора. Его, в принципе, можно немножко поплавать, понасобирать. Супер, супер. А кокос, наверное, типа потом просто сажаешь, чтобы вырастить вот такую кокосовую пальму, да? Синий цветок. Ну, это все для покраски, скорее всего. Давайте срубаем, срубаем. Отлично, у меня уже куча дерева. Кайф. Так, и мне нужно собрать водоросли. Нужно собирать водорослей. Так, давайте доска берем. Это что такое? Это пещера? Это пещера. Да. Блядь, да ты, сука, тварь. Здесь какая-то странная пещера. О, она уплыла. О, видали? Она... Ай, блядь. Она просто... Как реально в челюстях, просто куда-то скрылась такая, непонятно куда. И сквозь текстуры просто меня атакует. Охренела, что ли? Так, вот водоросли. Окей, окей. Давайте. Собираем. Отлично, я хочу ласты. Мне нужны ласты, чтобы быстро плавать. По крайней мере, я от акулы смогу спасаться. И смогу... Смогу по пещерам, по всяким по этим плавать тоже. Так, отлично, отлично, отлично. Так, дышим. Погружаемся опять. Так, господи, пошла нахер, поняла? Достала. Ты мне камеру трясешь, мне из этого неудобно плавать. Водоросли собрали. Что-то еще... Тварь. На! Получи, блин, вся уже, кот. Слушайте, нет. Надо немножко всплыть, восполнить. Так, что по поводу там водорослей? Ласт. Кайф. Зашибись. Так, я теперь могу быстро плавать, да? Я, наверное, смогу от акулы хорошо уплыть. Так, большой гриль. Давайте делаем big grill. Поставим его. А вот здесь поставлю. Вот так. Все, кайф. Разлаживаем тут, раскладываем доски. И теперь... зачем ты съел сырое? Не надо было. Блять. Пошла в жопу. О, ну насики уже, видали, растут. Вообще кайф. Так, что за звук мне не нравится? Поливать надо, здесь не надо поливать. Значит, можно выпить. Можно выпить, наливаем. Сюда выливаем. Все, отлично. Теперь... Попробуем, как мне теперь с ластами плавается. Да, намного прикольнее. Быстрее, кайфовее. Шикарно. Вон, даже акула не успевает за мной угнаться.
Так, это я беру. Пластик беру. Доска. Еще пластик, отлично. Ты где? Давай, 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 плыви, плыви. Ага, хер тебе. Налево. Так, давайте еще соберем вот это, вот это. Супер. Здесь что-то? Так, здесь уже бездна морская. Надо в ту пещеру попробовать заглянуть. Это что здесь такое? О, здесь типа... А, ну понятно. Короче, тут, видимо, как тропинка тоже вот в эту... Подождите, нет. Я думал, что это в ту пещеру. Здесь будет отдельный вход какой-то. Так, ну здесь куча водорослей, но я что-то не вижу. А, нет, вот они растут. Отлично. Так, берем, берем, берем. Собираем, собираем. Давай, давай, давай. На, сука. А я теперь могу до тебя доплыть. Вон, она, видали, сразу ссыкует и убегает от меня на глубину. Хер тебе, тварь тупая. Давай. На. 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 Немножко не хватает. Нужно какие-то более мощные, короче, ласты иметь, чтобы ее прям догнать. Но, по крайней мере, она не успела меня куснуть. На. Не успеваешь, сука, теперь ты меня кусать-то. С ластами я могу отплыть от тебя. Пизда вонючая. Все. Мне ваша голова нахер уже бесплатно даже не нужна. А, так, что тут есть еще интересного? Мне нужна та пещера. Я хочу все-таки посмотреть, что там такого есть. Что там такого интересного? Так, тут у нас просто какие-то изваяния непонятные, природные. Тут ничего прикольного нету. А, вот еще водоросль вижу. Здесь еще есть водоросль? Вот, да, еще парочка водорослей. Отлично, кайф. Все, теперь отправляемся до пещеры. Сейчас надо только вздохнуть. Делаем вздох. Супер. Так, тут у нас просто углубление. Здесь ничего интересного. Песок надо, кстати. Надо, увижу песок, надо не забыть его собрать, потому что хочу сделать стекло, чтобы лучше опреснитель замутить. Так, где она была? Вот здесь она была. Это пещера. Еще фонарик бы какой-нибудь, как в Сабноутике, был такой, чтобы... А, ну это все, это просто, да, такая, ну понятно. Короче, я думал, тут какая-то будет интересная пещера, а это, по сути, что-то такое. Обычное, короче, ничего интересного. Так, железная руда. В принципе, ничего такого. Блин, и песок не вижу ни хрена. Так, вот еще дерево, еще дерево. Надо, короче, еще дерево нарубить, и все. И, в принципе, серию будем заканчивать, потому что время у нас уже подходит к концу. Блин, не могу запрыгнуть. Давай. Блять, тварь. Давай, давай, давай. Сволочь, прыгай. Блин, ты что, нужен другой какой-то вход? Оп, дощечка, нормально, дощечка, хорошо. Так, давай, здесь, короче, я вот так вот забираюсь. Здесь забираюсь, так запрыгиваю, вот так, вот так, вот так. О, манго, манго, сейчас будет манго. Кайф, 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 манго, манго надо, манго надо. Отлично, надеюсь, там эти пёзды не сожрали мой этот, мой урожай ананасовый. Здесь что? Здесь как будто, знаете, как будто такая... О, еще манговое. Манговое дерево. Супер, супер. Когда много еды, это вообще приятно. Это всегда приятно. Когда есть что поесть. Так, 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 отлично. И все. И вот это насобираем. Собираем. Кайф вообще, ребята. Просто живем, живем. Ананасик есть. Семечко. О, 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 слушайте, опасно. О! Кайф. Так, посылка. У меня выпала посылка. Давайте выбросим. Я думаю, камень. Камень можно выбросить, потому что, в принципе, у меня камней там, если что, есть дофига. Давайте вскрываем посылку. Что дает посылка? Монстера. Я какой-то. Это, короче, видимо, просто цветок для того, чтобы. Ну, типа. Короче, интерьерное украшательство, да? Все, окей. Насобирали, можно плыть дальше. Но поплывем дальше мы уже в следующей серии. На этом наше время подошло к концу. Огромное спасибо, ребята, что посмотрели серию до самого конца. Не забывайте поставить лайк под видео, пишите комментарии, подписывайтесь на мой канал. Нажмите колокольчик, чтобы не пропустить новые серии. Также подпишитесь на группу ВКонтакте и Телеграм-канал. Можете подписаться на Рутуб в качестве запасного источника на всякий случай. И на этом у меня все. Желаю вам всего самого наилучшего. С вами был Ракслер. Всем пока.